37 человек из 45. Второе пленарное заседание Общественной палаты района отметилось высокой явкой кандидатов. Новый состав активно приступил к работе, и первым вопросом встречи стало утверждение составов комиссии. Единогласно. Помимо утверждения составов профильных комиссий, была сформирована и комиссия по этике. Для нормальной работы Общественной палаты необходимо нам избрать комиссию по этике. Какие будут предложения? Сколько человек мы предложим в такую комиссию? Я считаю, это должно быть нечетное количество, чтобы принимались правильные решения и большинством голосов. Трое или пятеро. В итоге в состав комиссии вошли 5 человек. Председателем избрали Василия Лечкина. Был переизбран председатель комиссии по здравоохранению, социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан. Закудинову Ирину Михайловну. Единогласно утвердили план работы палаты и перешли к новому вопросу – утверждению кандидатов-экспертов. Их роли, выполняемые задачи, практически ничем не отличаются от задач членов Общественной палаты. Поступают предложения от граждан города и района работать экспертами в Общественной палате. Эти кандидатуры тоже нужно также рассмотреть, с ними нужно связаться, с этими людьми, и обсудить, по каким они направлениям хотят работать. Этот вопрос будет вынесен на ближайшее собрание руководства палаты. На заседании также утвердили график приема граждан, особое внимание жителям района и выездным заседаниям. Надо с администрациями поселений договориться, чтобы они принимали вопросы для Общественной палаты. И по мере, наверное, накопления таких вопросов можно организовывать уже и выездные. Также прозвучал доклад о результатах опроса жителей на тему экологии района, ее проблем и пути решения. Решение экологических проблем станет, считают люди, усиление штрафных санкций, а также установка новейших оборудований для снижения выбросов промпредприятиями. Ликвидация свалок решила бы проблему экологии, однако переработка мусора респондентами не рассматривается. Куратор проекта «Наше Подмосковье» в Воскресенском районе Светлана Юрьевна Чмель выступила с интересным предложением. Этот конкурс проводится под эгидой Общественной палаты. Экспертами являются многие члены палаты, Общественной палаты Московской области. Да? То есть для Общественной палаты это значимое ежегодное событие. Почему бы не объединиться людям, которые занимаются с разной стороны истории нашего Воскресенского района, поселений, кстати, поселенческие проекты в этом году были представлены, как-то их не объединить под эгидой Общественной палаты, может быть. В завершении собрания председатель Общественной палаты отметила комиссии, которые активно начали работу и подвела небольшой итог 2 месяцев работы. Боролись с мусором, мониторили состояние дорог, строительство объектов. Из последних наших мероприятий активно мы участвовали в посадке леса. Ольга Югая, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.